А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в паркинг симулятор, или как его там зовут? Не понял. А где этот? А где этот черт? Актив. А где он есть? В смысле? Кек, понял. Все нормально, значит. Я офигел. Думал, уволился уже. Так, где там наши... Да что ж такое, свет дадут или нет сегодня? Только фонарик достой, сразу свет врубают. Засранцы, блин. Так, мусор минус 8. Хз, где его искать? Так, а что у нас... По плану. А, нам нужна краска, точно. Краска. Так, давайте еще раз посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 красок нам выходит нужно, чтобы все сделать как надо. Еще бутылочка. Бомжа вроде не видно. А, ну минус 2, это значит, тут невидимка, мусор где-то лежит. Так, 11, итого 22, да? Так, а если 22, то... 22. Это двушка. 4 400 на краску. Так, а сколько мне там держать нужно? А, 600 надо держать, да? Хотя по факту, наверное, 300 надо держать на каждый раз. Давайте будем держать 300, поэтому я предлагаю раз, два, добавить, заказать. Начнем с маленького, так сказать. Будем по чуть, по одной, по две заказывать и так далее. Просто чтобы у нас в любом случае была сумма на оплату этому сотруднику нашему. Никого нет? Никого нет. Ну, отлично. А, кстати, надо поехать. Пойти ворота открыть. Репутация 666. Нормально. Готово. Так, сейчас будет плюс 2 места. Отлично. Начнем, наверное, там с конца. Пусть в конце ставят машины свои. Так, итого 20 штучек остается. Правильно? Правильно. Реально никого не видно. Ну, ждем. О, 500. Могу еще одну заказать. Давайте, может, хотя бы 5 подсоберем, чтобы по 5 ставить. Это по косарику выходит. То есть нам нужно сейчас ровно 4000. Потому что сейчас один заказать, конечно, да, можно заказать, но у нас как бы и так места тут вроде есть. Парковка, так сказать, еще не забита полностью. Хотя, не знаю даже. Так, никого нет, отлично. Главное, чтобы бомж не прибежал. Кстати, а секции забора все на месте? Да, вроде все три. Ну, пока норм. Ждем. Единственное, что, наверное, есть смысл достать дубинку сразу. И ждать. О, 944. Парковка, кстати, почти полная у нас уже.
О. Засранец. Ага. Думал, я тебя не увижу. Я же стоял, ждал прям. Или тебя, или бомжа. Так, 744 это всего лишь 2. Если бы ему не нужно было платить за пешку, я бы не ждал бы. Суммы эти все я просто на полную выгребал бы, но просто потом в один прекрасный момент он не придет на работу и все. А там кто-то хоть одну поставил? О, стоит, нифига себе. Блин, что, может пойти поставить? Ой, заказать парочку. Вот, смотрите, на смену раз пришел, другой. Типа вот как-то странно, да? То никого нет, то двое стоят. Да, вечернее время, 2 ночи. А сейчас сколько? Сейчас 2 ночи есть, как раз смена вечерняя пришла. Так, магазин. Тогда краску еще раз, два, три. Так, было 20, да? Было 20. 22, минус 2, 17 остается. Будем тогда по чуть-чуть, чисто в надежде, что просто начнет больше машин приезжать. Как-то так. Ну, грузовик наш ползет. Че там чувак раком сидел? Колесо откручивал вместе с бомжом, что ли? Так, разгрузили. Это у нас выходит сколько? 17, да? Так, и сейчас сразу закажем 16. Ну, просто 300 есть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Налепим. Центральное место здесь не сделал. Я смотрю, думаю, как-то странно выходит. Так, надеюсь, бабки сейчас пойдут. Мы сейчас можем еще одну заказать. А, надо же, наверное, сначала забрать, а потом заказать, да? Итого, это 4-я. И мы сейчас можем заказать. Выходит, что еще одну. И будет у нас 15 штучек оставаться. Сейчас тогда так и сделаем. Чтоб оставалось у нас 15 штучек. Удивительно, подозрительно долго нет бомжа. Начинает смущать, потому что начинаешь напрягаться. Такой типа, что вот он должен быть. А где он есть, фиг знает. Мусор 62, нифига себе. Так, сейчас пойду поставлю, точнее начерчу краской, пойду мусор собирать, то 68 мусора. Хотя это вроде бы немного, но... Но как бы много. Мусора немного, а вот по цифрам много выходит. Как-то так. Ну, тоже начали срать. Давай, вываливай. Собака сутулая. Так, тоже, тоже. То есть полный мешок сейчас будет. Еще 26 осталось. Кстати, мусор не вывозили уже давно. Может, мусор, кстати, вывезем. Может, и ту двоечку найдем. Может, лежит как-то неправильно.
Так, а что мне надо? А, не, пока ждем. Мне нужно 1300, чтобы было на счету. Идемте, наверное, еще подсоберем пятерик. Ой, пятерик. Мусора, в смысле, пакет. Пятерик, говорю. По этой стороне. Да или можно собрать полный, потому что полный, мне кажется, наверное, у нас тут хватит мусора на полный пакет. Нифига не видно. Где мусор весь делся? Главное, по одной бутылке толком нету, а вот по две бутылки. Возле каждого этого валяется прям на изи. Так, что у нас здесь? Чисто, вот один мусор есть. Просто хочу, чтобы нам пакеты вывалили из рук. Чтоб я как раз и этот, и выкинул его. Да потом мусор начнем собирать, соберу там одну единицу мусора и все. И сразу придется выбрасывать идти. Так, давай, ты будешь выбрасывать что-то, не будешь? Странно. Удивительно, на самом деле, что ничего не выбросило. Я прям уже был готов. Блин, ну нифига нет. О, 2300, нифига себе. Офигеть. Так, у нас все нарисовано. 2300, это значит, мы можем сейчас купить сразу 10. Купить. Офигеть. А как они так успели бабла накосить за ночь? Что там произошло? На распродаже все на какую-то поехали или что? Так, дай мне бутылку, пожалуйста. Пожалуйста, дай мне бутылку. Я хочу бутылку. Собака. Жадина. Просто жадина. Где-то ж мусор лежит. По процентам вижу. Еще новый появился. Этого недостаточно. И этого недостаточно. Да что ж такое? А ты куда запарковался? Я с тобой слежу. Так, розовый оранжик. Нет, нифига. Оранж розовый. В смысле? А как? Так он... Он ж не парковался? Или парковался? По-моему, он не парковался. Я, конечно же, могу ошибаться. Фиг знает, что он делал. О, наконец-то. Собрал мешок полный, офигеть. Так, у нас уже 500 баксов. Я предлагаю, наверное, мусор сейчас вывести. Разочек, просто чтобы знать, что там все классно. Все. На ЗП-шку есть. Краску все выгребли. Пойду позаглядываю. Бомжа, надеюсь, там нет. Ну, а мусоровоз где? Уволился, что ли? Так, ну вроде никого не видно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Ну, как раз 5 мест. Все норм. Вроде да. Так, ну что там? О, вывезли. Нет, не вывезли. А что эту фигню не вывезли? Не, ну как бы, ну вот он лежит. Может, реально из-за этой фигни у нас двоечка? Да хотя, по-моему, двоечка была до этого. По-моему, реально двоечка была до этого.
Так, ну что там, миллиарды у нас пошли уже или нет? Смотрите, парковка-то заполняется потихонечку. Потихонечку заполняется. Сейчас доделаем все. Можно будет бабки косить. Так, это мне нужно на сколько? На 5 штучек это у нас... 5 штучек это косарь. А потом нужно 2200 еще на вот эти подкаты. Парковочные. Короче, мне нужен косарик. Косарь 300, точнее даже. А потом 2500. И все будет круто. Так, подсобираем немножко мусора. Да хотя нафиг его собирать, не хочу. Потом соберем. Или пособирать. Не, надо пособирать. Все равно делать нечего. Денег нет. Нужно и мусор пособирать. Что за звук? Все норм? Вроде все норм. Бомж бежит. А может забор пацан может ломал? Звук был какой-то странный. Где он делся? Звук был странный, может забор ломали, а то без наушников как обычно сижу, поэтому я хз, что там происходило по звукам. Но звуки были странные какие-то. Я не понял нифига, что происходит. Так, штука 400. Мы можем заказывать последние 5 штучек и смело их ставить. Идемте закажем. Так, 5 штучек. Раз, два, три, четыре, пять. И два отбойника. Готово. Отлично. Так, теперь нам нужна двушка, а точнее 2300 на наши шикарные отбойники. Снова как бухой едет. Можно будет, кстати, охранника нанять, чтобы забыть про них нафиг, про этих бомжей. Но хотя, как вы помните, когда у нас парковка была огромная... А, кстати, а сколько у нас там было мест парковочных? 4 штуки, по-моему, да? В основной игре, то есть не в этом дополнении. И я помню, что охранник не вывозил весь этот движ, и зачастую нам что-нибудь ломали. Он просто бегал по территории, он не мог справиться. Кстати, я же даже как-то эту территорию открыл, а дальше тоже забор? А, ну, дальше тоже, как видите. То есть парковка у нас как минимум еще настолько же увеличится. Как минимум. Блин, ну она может, наверное... Да не, на один раз, по идее, увеличится. Так, а что мы делаем? Красим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Есть. Теперь вот эту фигню ставим. Раз, два. Так, еще 20 штучек. Мы сейчас можем сразу купить 10, а потом еще 10. Потому что 1300 у нас есть. Поэтому я думаю, что можно потратить на 10 штучек прямо сейчас. Чтобы мы не стояли, не ждали, фигню не страдали. 10 штучек можно заказать. Согласны? Думаю, что да. Думаю, что согласны. Что там идет кто-то, не? Никого не видно. Эх. Так, ну пока приедет, мусор можно чуть подсобрать здесь. Ну, парковка уже все. Основательно. Лысый снова мужик, который я вечно с бомжом путаю. И теперь у нас она уже полноценно так работает. Две парковки у нас. Скоро будет третья, когда бабки пойдут, но там, конечно, и цены уже другие. Но все равно.
Бизнес потихонечку идет. Нужно будет бахнуть еще дороги, бахнуть освещение, чтобы все было по кайфу у нас здесь. Так, что там, бомжей этих нет? Никто вроде не бежит, удивительно. Так, рюкзачок наш. Ну такой хлоп припарковался, а тут ему сверху $2 в час прилипло. Вот это подстава, да? Один и все, да? Да. Так, мне нужен еще косарь. Чтобы можно было его потратить. Кстати, можно сейчас мешок наш потратить немножко. Давай, вылазь. Давай бутылку, собака. Зараза. Срут здесь, как у себя дома. Ну, один пакетик есть. Отлично. Так, забор пока что никто не ломает. И хорошо. Так. Что дальше? Сейчас проверю, бежит кто-то, нет. Ну, вроде не видно. Хотя бомж тоже такой черт, он идет нормально, как все люди, а потом залетает. Так, 1100. Давай мне еще 200 баксов. И мы заказываем всю нужную фигню. Так, мне еще соточка нужна. Мне нужна еще соточка. Сейчас такой раз захожу обратно на территорию, тут уже колес нет, дверей нет, нарисовано что-то. Было бы смешно, конечно. Так, следующим делом я, наверное, поставлю фонари сразу, чтобы было светло, потому что здесь, блин, темно ночью, нифига не видно. И хочется, чтобы было какое-никакое освещение. Мусор. Тут, кстати, я не дошел, убирал, не дошел. Потому что полный пакет собрали. Опа. Ну ладно, это успею подобрать. Что ты делаешь? Дед. Hey, get the hell out of here. То есть он бежит и такой, он выбирает маршрут, как ему бежать. Ну вот же собака. Прикинь. Так. Еще 10 берем. Бабки потихоньку начинают капать у нас. Чуть краску не взял. Готово. Отлично. Так. Что потом? Потом фонари. Навесы как-то, знаете, пока что не горю желанием. Хотя бабки они, по-моему, нормально нам добавляют. Я точно не помню. Кстати, можно сходить посмотреть. Бомжа сейчас какое-то время не будет. Можно и чекнуть. Так. Так, так, так. Навесик. Пятихатку стоит сверху 3 бакса. Ну, как бы, краска странная, да, типа 10 баксов сверху, так, как бы без нее машины не паркуются. Хотя 3 бакса ощутимо, а вот 10 это уже капец. Но как бы и в 3 раза больше зарабатывает, в 3 раза больше стоит. А здесь 2 раза больше зарабатывает, 2 раза больше стоит, ну, короче, такое. Кстати, мы когда парковку улучшим, эти же фонари пойдут по одному месту, по-моему, да? Отлично. Все забираем. И идем дубасить дальше. Так, школьника нет. Вроде не видно, чтоб бежал. Так, а что у нас тут? А, эти поставить нужно. Отлично, все готово. Так, дальше нужны фонари. Фонарей у нас стандартное количество, тут, в принципе, ничего не меняется. Нужно их 8
штучек, а 8 штучек это именно 4 косаря баксов. 4 косаря баксов, это нифига не мало. Но нужно ставить. Сейчас 1300 поднимем, 2 штучки закажу. Как раз рейтинг пойдет наверх. Слушайте, так это мы так и до 4 левела можем дойти. С таким раскладом. И тут как бы еще нужно поулучшать. Так, что я хотел? Я уже забыл, что я хотел. А, фонари, точно. Так, 4 бакса заработайте мне кто-то. Благодарю. А, ой, свет включили, говорю, благодарю. 4 бакса. Кто-то будет уезжать или нет сегодня с парковки? Мне срочно нужно 4 доллара. Просто я не могу так рисковать. Почему никто не хочет уехать? Мне срочно нужны деньги. Причем как-то мало машин становится на ночь. Нужна, наверное, безопасность. Это 100% шел школьник, но он пропал, вы видели? Хотя он, по идее, должен был прибежать, но он прям тупо шел. Я такой первый раз увидел. А, или не школьник, может, у такой тип шел? Он что-то похож был на школьника издалека. О, 1300. Отлично. Идем дубасить. Бабосики. Раз, два. Заказать. Замечательно. Да будет свет. Наконец-то. Машин вроде хватает, но хотелось бы больше. Так посчитать, сколько стоит. Ну-ка, давайте посчитаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 паркуется. Одна парковка полная, это у нас выходит 22. А то есть считай, что одна забита и чуть-чуть другой буквально капелька. А потом сейчас под утро все начнут сваливать. У нас бабки польются рекой. Если у меня такое подозрение, конечно. Так. Фонари наши. В самом конце ставим. Ну, кстати, самое интересное, что безопасность от фонарей не растет. Хотя, по факту, фонари считаются безопасностью. Потому что уже как минимум освещается территория. От этого уже безопасней. Во, бежит. Интересно, а можно догнать и убить, например? Сейчас тупо исчезнет просто. Или бомж залетит такой из-за угла, смотрит такой. Ага, его дома нет. Да, это явно на одно место парковочное. Ну и плюс еще закругляшка это, чтобы была здесь, чтобы можно было на второй этаж заехать, по идее. Так, у нас еще на 2 фонаря бабки есть. Идем ставить, освещать нашу территорию. Жаль, конечно, нам это денег не приносит, но зато приносит нам лайки. Так, фонарь. Раз, два. Потом мы уже, когда фонари сейчас все поставим, мы будем заниматься уже самой парковкой. То есть вот эта трешка, 4,5, там в офисе может... Кстати, офис дает бабки или нет? Нет, нифига. Просто пальцы вверх дает. Так, ну идем. Бомжа нет? Ну, вроде нет. Ну и хорошо. Ой, точно. Доставку нужно дождаться. Я такой, типа, купил уже, все, можно идти ставить. А что ставить-то, если ставить нечего? Давай, заезжай. Так, слушайте, ну мне кажется, сегодня, наверное, 4 уровень у нас может быть. В теории может быть, я так думаю.
Так. Фонари наши. Один. И два. Замечательно. Хорошо, что бомж не умеет машину гонять. Это было бы сильно. Короче, я думаю, нам нужно больше безопасности для большего количества клиентов. Нужно заборов понаставить. А заборов это у нас сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, тут штучек семь. И там один. А от воды, по-моему, тут и нельзя отгораживаться, или можно? А, нифига, походу, можно. Я думал, у нас тут прямой выход на пляж, если честно. Прикол. В натуре. Я думал, у нас тут на пляж прям проход полноценный. Фига себе, куда я могу зайти? Может, тут реально мусор лежит? Бомж не прибежал? Вроде нет. Интересненько, интересненько. Так, что по бабкам? Еще на два фонаря бабки есть. Замечательно. Там кто-то внутри был, по-моему, у нас. А, нет, то комп я издалека видел. Думал, кто-то внутри уже лазит. 90 мусора, офигеть. Раз, два. Так, надо пойти мусор собрать. Что-то его как-то много. Наверное, тут начну. А там потом уже, когда фонари поставим, тогда и чуть порядок наведем. Так, а у нас сейчас будет уже на вторые фонари. На вторые, на последние. Я так думаю. Доставка приехала. Штука 400, да, мы сейчас забираем и сразу заказываем новые. И дальше можно будет заниматься другими какими-нибудь вещами. Навесы, конечно, было бы жирно поставить. Я думаю, мы сначала этот охрану какую-нибудь наймем. Может быть. А может и нет. Посмотрим. Раз, два. Заказать. Че там, никого нет? Все четко. Просто охрану, мне кажется, было бы удобно. Не пришлось бы думать на бомже и о школьнике. Ну, главное от бомжа. Отцепиться и все. И можно отдыхать. Ну, школьник, ну что, ну, зарисует стены. Ну, уберем краску и все. Дальше можно спокойно жить. А бомж так это, блин, проблема целая. Колеса снимает, двери снимает. Заборы ломает. А, ну школьник тоже забор будет ломать. Ну и теперь можно будет сейчас тут мусор подсобрать немножко. Как раз мешок пустой. Это как бы уровень мусора, наверное, тоже может прямо влиять на нашу посещаемость. Нужно пакет дособрать уже. Полный. Оу! Прям перед лицом прибежал и начал красить, засранец. Вот это я, конечно, его выцепил удачно. Фух. Блин, ну хотя, знаете... 3 бакса это прилично. Хотя вон левел 4 получить, так можно сразу 2 левела дубасить. А тут 5 нужен. Но мы же там можем без них 4 получить. Так, что нам нужно? 3-4,5. А потом еще сколько-то. Наверное, тоже 4,5. Итого 9-12 тысяч нужно будет нам. Нам нужно будет 12 тысяч. У нас тут ночь бесконечная просто. Просто ночь не заканчивается. Надо, кстати, сохранить на всякий случай. Отдельным сохранением. Мало ли что.
Ну, видите, не зря сохранился, свет вырубили. Сейчас включится или нет? Или уже окончательно, до самого вечера. Так, репутация 1066, а денег 1017. Что-то вот такие застои у нас по доходу, конечно, бывают в определенное время. Хотя можно купить, сколько там забор секция? Сотка или две сотни? Две сотни жаба давит. Сотка как бы нормально. Блин, сотка, забор. Может, забор купим нафиг? Давайте забора нагребем. А хотя нет, нужно все равно косарь взять, как обычно. Вообще охранника в идеале нанять. Потом забор строить, а то его сломают, как обычно, нам, и все. И нифига мы не сделаем, но тогда нам придется держать в запасе 600 долларов. Тогда нам придется держать 600 баксов. Кстати, по поводу улучшения парковки, это выходит так, что вот, ну, сверху нам типа якобы полтос дадут, но скорее всего снова обманут и дадут 25, да, рейтинга. А на заборе мы сейчас можем нормально наштопать себе рейтинга этого и перейти на четвертый левел. На четвертом левеле вполне может быть, что и доход за парковку может вырастет у нас немножко. Я не знаю, потому что, ну, реально уровень растет и как-то доходы растут сами по себе. Поэтому мы сейчас можем просто тупо жестко нагребсти заборов. Давайте начнем с 10. Но ставить я их, наверное, буду в первую очередь там вдалеке, потому что там их ломать никто не будет, а будут ломать вот здесь их, поближе к нам. То есть с той стороны никто их никогда не трогает, вот здесь будут. Поэтому нужно и в первую очередь там защищать все, а вот здесь пока что оставлять дыру, чтобы могли бомжи забегать, там гопники всякие, ну и так далее, чтобы целый зоопарк здесь мог у нас носиться и бегать. Штука 200. У нас сейчас еще на 10 секций будет, пока я заберу эти. Ну, нам они пригодятся. О, отлично. Сейчас мы сразу 10 еще закажем и пойдем ставить. Будет замечательно. Главное, чтобы бомж не прибежал. Отлично. Так, школьника нет. Бомжей вроде не видно. Хотя только здесь, смотри, он справа, может, там что-то поснимал. Я что-то даже не заглядываю в ту сторону. Вот, и короче, сейчас начну ставить вон аж оттуда, с самого конца. Во. 7, 8, 9. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Короче, дофига нужно еще. Нужно еще дофига. Так, ну пока что заказывать нам нечего. Деньги у нас только с утра. Бывает, когда все сваливают на работу или еще куда-то по делам. Тогда у нас прилив денежек идет. А так сейчас у нас как-то скудненько с ними. Идемте, наверное, сейчас промеряю все. В том плане, что пройду с секцией забора и посчитаю, сколько нам нужно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тут 6. Запоминаем их сразу. Четыре, пять, шесть. 7, 8, 9. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 секций нужно еще. Я не успею, да? Успел. Ничего себе, удивительно на самом деле. Реально думал, не успею. Так, идем мусор чуть подсоберем. Блин, реально скоро уже будет этот
Четвертый левел. Ничего, что мне лежит? Нет. Что-то этот кусок прям вообще чистый у нас. Ну реально, мусора нифига тут нет. Ну тут уже куда веселее. Бутылка на бутылке валяется. Последняя? Да. Пятьсот. Так, ну еще, сколько я говорил, 12 нужно, да? По-моему, да. Короче, сейчас 12 закажу, я не помню, сколько нужно секций. Заказываем 12. Заказать. Сейчас они приедут и сразу буду нанимать этого охранника, чтобы он бегал, долбил этих бомжей. Главное, чтобы она сейчас была просто 900, а не 900, это... Блин, а они сразу снимаются или нет? Бабки со счета у нас. То есть расход одновременно у нас может быть 600 выходит. Но сейчас, чтобы его нанять, мы 900 израсходуем или просто это будет как... Просто типа, что мы согласились на снятие таких бабок. Давайте попробуем. Угу, Active Auto. Пом-пом. Так, главное, чтобы у нас сейчас хоть кто-то проехал, чтобы были бабки на этот. До двух ночи, потому что в 2 часа ночи у нас этот смена заканчивается. Отлично. Все. Замечательно. Просто замечательно. Как раз сейчас охранник придет в 2 часа. Не будет гонять. О, нифига, людей могу шевелить. Двигать, точнее, шевелить, говорю. Так, полчаса и придет охранник. Супер. Четвертый левел. Мои конгратуляции. Но здесь секцию нам не давали поставить. Но четвертый левел есть. Так, с дубинкой пока поставлю, чтобы до прихода охранника у нас тут бомж не залетел с гопником. Так, где-то охранник уже должен идти. Нифига его не видно. Походу не планирует на смену. Или во сколько у него смена? Пойду посмотрю. Время смены его. Так. А, с 10 до 18. Блин, а это 2 ночи. А я 2 ночи, как 2 часа дня посчитал. Ну фиг с ним. Ну, ладно тогда. Будут нам, значит, забор ломать. Новый придется заказать. Частично. Окей. Так, что мы делаем? Нам тогда, получается, нужно собирать бабки. А, у нас, кстати, 4 левел. Мы в теории можем и кофе-автомат поставить, но тут срать все начнут сразу стаканчиками этими. У нас же тут культурное общество как бы. О, мы можем уборщика нанять, нифига. За 4 сотни, то есть это 300-300 или сколько? 200. Ой. 200, 300 и 400, то есть 200, 500, 900, во как. 900 суммарно на всех. Девятьсот суммарно на всех. Это уже интересненько. Серфинги, я не знаю, куда их пихать. Поэтому я их пока что не беру. Я понимаю, что их куда-то типа в аренду, походу, можно сдавать. Но я хз вообще. Нам тут нужно еще территорию поулучшать, потому что тут что-то есть. А, вот за пятерку можно.
Магазин досок. За пятерку 50 рейтинга. Кстати, а может реально собрать? Магазин поставить и пусть этот. Вон там, получается, судя по скрину, будет стоять. И косить нам бабки. Пусть доски арендуют, ходят там, серфят себе. Почему нет? А, подожди, так а доски тоже их покупать как кофе нужно заправлять постоянно. Сразу меня увидел, сразу побежал. Чертяка. Тогда нет, тогда доски, наверное, как-то не горю желанием. Потому что после прошлого прохождения, когда мы основное проходили, и была проблема вот это вот у нас с этим, с кофем, что куча мусора, ходи, убирай. Хотя вот когда был уборщик, было норм. Но постоянно закупи туда это, туда то. Я думаю, нужно сейчас сделать побольше дохода, сделать еще одну парковку, увеличить доход и тогда уже дубасить кофе. Но у нас, походу, еще и второй этаж потом будет, как бы. И тем более нужно будет много денег. Поэтому нам нужно будет... А что нам нужно? А, мы сейчас собираем бабки на улучшение территории. 4500, 9, 12. Да. Ну ладно, ждем. Ждем и собираем. О, мусор сейчас еще раз пусть вывезут. Чисто для прикола, чтобы узнать, у меня все-таки заберут этот шлагбаум или нет. Слушай, а мы можем купить себе уже? Или он на 5-м левеле? Блин. 5-й уровень. Обидно. Думал, можно уволить наконец-то. Но нет, 5-й уровень, черт возьми. Да. Обидно. Но бывает. 5-й уровень, чтоб тебя. А что мы сейчас потратили? А, охранник пришел. То есть, смотри, бабки куда-то улетели у нас. Так, мусор забрали. О, наконец-то забрали эту фигню. Не может быть. Офигеть. И что у нас тут теперь пусто? На фонариком посветить его внутрь. В натуре пусто. Так, пойду сейчас попробую собрать весь мусор, если у меня получится. Блин, ну охранник сейчас всю территорию будет оббегать. Толку, конечно, от него не особо много. Но, может быть, иногда будут попадаться у него на пути наши мелкие преступники. Хотя бомж — это не мелкий преступник, это серийный преступник какой-то. Полный мешок уже будет. Остановитесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы хоть раз у меня здесь было чисто. Просто чтоб я знал, что здесь в принципе бывает чисто. Или так нельзя? Это слишком, да? Блин, а прикиньте, вот тот мусор, который якобы залаганный, то двоечка у нас непонятная. И сейчас такие наймем этого уборщика, и он его будет пытаться взять, где-то найдет по скрипту, а забрать не сможет. И все, и на этом моменте мы просто будем как дурачки стоять. Ничего не будет происходить. Представляете такую историю? Но чисто по очкам... Да, прикиньте, у нас может быть чисто идеально. Офигеть. Где охранник делся? Он уволился уже, что ли? Не, бежит. Бежит. Че по бабкам? 3200. Так, ну как минимум мы знаем, что мусор можно собрать весь. Получается, двойка это было от той, от шлагбаума сломанного. Теперь хоть знать будем. Так, а фонари все стоят, да? Ну замечательно. О, у нас трешка есть. Нужно сейчас еще 600 баксов. Или сколько? А, 500 нужно, точно. Нужно 500. И можно будет сделать первое улучшение. Будет отлично. Так, тут все четко у нас по найму. Кто там клацал? У нас же бывало такое, что слетали сотрудники. А, ну они, наверное, слетали от того, что бабок не было. Хорошо. Двадцатку. Дайте, пожалуйста. Дайте двадцатку.
Интересно, а шлагбаум можно, по идее, наверное, не ставить его, да? Потому что этот сотрудник у нас есть. В теории. Как думаете? Наверное, да. Может, не закрывает, вопрос стоит. А, не, закрывает. Ну, ладно. Забудьте тогда. Так, заказываем. Что я хотел заказать? А. Чпоньк. Какие-то дороги себе. Дорожный конкрет. Цемент, не цемент. Ага, получается, вот у нас здесь дорога стала нормальная вместо грунтовки. Понятно. Фонарик достал, свет включили. Сейчас погаснет. Так, хватит мне забор ломать, ты. Блин, я походу сейчас само сломаю своими ударами. А где охранник был в этот момент? А где реально охранник? А, вон, он только бежит. Но этот бы секцию уже снес бы мне. Давно. Бомжа ж тоже нужно выцепить как-то. Бомж еще ничего не украл у нас. Фиг его знает. Может, и украл. Если бы можно было, я бы нанял бы два охранника. Или три. Было бы еще лучше. Так, 9000. 9000. Что с вами делать? Где вас взять? $3 в час. Мы можем поставить их сколько? 10. Это тридцатка. 60, 120 и 12. 132, да, по идее? Ой. А, $132 сверху в час. Тю, блин. Ты я такой 132 штуки поставил, думаю, куда? 132 бакса в час выходит, лишних можно сделать. Как бы, ну это если все занято. А в пределах дня это... Косарь. Двушка? Серьезно? Че так мало? А, подожди, ну я дешевый смотрел. А если дорогие? Блин, что, серьезно, так мало? А, ну да, на слабенькие типа двушка, на эти выходит там 4 куска. Но тут уже ощутимо. А на эти нужен 5-й левел. Вот, блин. Походу придется ставить навесики какие-нибудь все-таки, да? Как думаете? Хотя тоже их столько поставить, чтобы... Это выходит, чтобы зарабатывать лишние 4 куска, нам нужно потратить, если по косарю они стоят, допустим, вот эти конкретно, это десятку, двадцатку, тридцатку, сорок, короче, 50 косарей где-то нужно всадить. Нужно всадить где-то 50 косарей. То есть эти навесы только за 10 дней у нас отобьются. А сколько мы играем? А, тут нет дня. Ну ладно. Ну, то есть 10 дней. А у нас один. Ну сколько мы за серию проживаем? 2, максимум 3 дня. То есть, ну вы представляете, да? Смотрите, в обратную сторону побежал. Что-то новое произошло. 10 дней это слишком много. Наверное, проще так потихоньку собирать. А, не, подожди, что-то я неправильно посчитал. Мне нужен калькулятор. Сейчас я посчитаю заново, я, походу, неправильно посчитал. Так, допустим, 6 штучек, да? 6 с 1 умножить на 24, итого 144. Это с 1 144 умножить на... У нас сколько мест? 11, 22, 44 умножить на 44. 6300. Ну, 6300, то есть трешку или 6 кусков. Но все равно. 10 дней. Окупаемость. То есть мы их ставить будем реально долго. Если начнем ставить. Проще парковку еще одну лупануть. Думаю, что вы согласны. Так, мусор 72. Ну, нам пофиг, в принципе, на мусор. У нас как бы 4-й левел, поэтому, наверное, парковка у нас сразу будет доступна. На этом уровне новая.
Я так думаю. Надеюсь, мы сейчас бабки соберем, которые нам нужны. И посмотрим. Что там, никого нет? Кто-то бежит. А, то мент, наверное, на смену бежит. Да, 2 часа ночи. Мент на смену бежит. Так, 3500. Бабки сейчас идут медленно, но с утра, я так понимаю, что все начнут резко уезжать. Что-то безопасность у нас не продолжает расти, на удивление. Хотя могла бы сейчас еще выше подняться, потому что как бы освещение есть, заборы есть. Может, конечно, они хотели бы более серьезные заборы поставить. Не знаю. Стоят, болтают. Охранник пришел. Все стоят. Все, пересменочка. В смысле? Чувак, что случилось? Постоял и побежал. Что это было? Он не знал, что ему делать. Но охранник тоже, смотрите, вот где он бежит, он бы не успел. Я не знаю, нафига ему ЗП-шку плачу. Подожди, а этот уже домой собрался бежать или куда? Их тут двое бегает. Да. Домой. Блин, ну от охранника толку нет. Это косарь мы на нем теряем в сутки. По 300 выходит. И я не знаю, я еще ни разу не видел, чтобы он кого-то прогнал. Но 2 или 3 раза уже мы прогоняли. Пока он работает. Как бы такой себе прикол, как мне кажется. Так, 3 ночи. Ну, надеюсь, сейчас пойдет движуха. Потому что машин стоит, ну, на этой парковке много стоит, на этой как-то поменьше. Навес, кстати, если сделать, я думаю, еще больше будет парковаться. А, подожди, может, надо уборочку сделать небольшую, тогда будет парковаться реально больше. То у нас тут хлама куча, может, от этого не хотят парковаться. С мусора уже на рейтинг в минус сотку. Нормально. На дороге пусть поваляется. Потом подберем. Бутылочка. Еще одна. Так, 5300, мы уже можем сделать улучшение, но нам нужно в идеале 9 кусков. Мешок-невидимка просто, да, у нас? Я думаю, нам 1 или 2 мусора и все, будет готово уже. Будет полный снова. Так, выбрасываем. И что? И смотрим, что еще можно заказать. 4500. Берем. 900 остается. Что мы сейчас взяли? АХЗ? Сейчас узнаем. Ага, асфальт на самой парковке. Нет, асфальт на самой парковке у нас остался. У нас здесь получается пешеходная зона из песка по-прежнему. Короче, я не знаю, что у нас поменялось здесь. Потому что, ну, ямы тут остались. Тут асфальт как был хороший, так и остался. Может, мы его типа получше сделали? Не знаю, но такое. Такое себе качество. Короче, потратил 4,5, на что потратил, не знаю. Но самое интересное, что машины как бы еще с виду и не выезжали. То есть все еще впереди. И тогда, наверное, у нас сейчас пойдут бабки. Я думаю, что мы сейчас сможем собрать нужную сумму для нас.
Так, а здесь я все прошел, да, или нет? Ну, где-то тут я, по-моему, заканчивал. Но с виду, да, все чисто. Сейчас тут еще пройдусь. Если, конечно, понахожу их в темноте, эти бутылки. Хотя обычно их тут видно. Выходит, сейчас нагадит снова. Гадина нагадит. Не нагадила. Удивительно. Так, начинается утро. Я надеюсь, сейчас будет все круто. Пойдемнешки по нашей. Так, ну вроде пока что никого не видно. Забор, кстати, целый. С виду, да. О, нифига, фонарь можно еще поставить. Блин, погнали, купим фонарь. Я тупо не видел. Когда-то, наверное, видел, но забыл. Заказать, конечно. Офигеть. Фонарь. А это тут мы ставили или он тут был? Ага, судя по виду, мы ставили. Так, ну сейчас привезут, поставим тогда, чтобы был у нас еще один фонарь. Бомж бежит. Я тебя вижу, собака сутулая. Было бы сейчас эпично, если бы он взял и забежал бы ко мне сюда на территорию на СТОшку. Ой, на СТОшку, на парковку на нашу. Во, еще один фонарь, замечательно. Как-то я так лоханулся, конечно, не знаю как. Пропустил один фонарь. Тут же нельзя поставить, нет? На человека нацелился, показалось, что где-то зеленым моргнуло. Но там явно негде. Пойду посмотрю на всякий случай. Может, там есть куда поставить. Ой, что у нас асфальт? А, серьезно? Мы что, его половину асфальта сделали, половину нет? А хотя... Короче, как-то... Непонятно. Но он отличается. Нет, тут фонари явно нельзя. А туда ж направо я пройти не могу, правильно? Или неправильно? Ага, могу. Понятно. Хотя особо и не нужно. Блин, сейчас придется все оббегать, ну ладно. О, 3500. Скоро у нас будет 4,5. Скоро будет 4,5. Замечательно. И мы сможем снова оформлять еще одну парковочку. И потихонечку зарабатывать. Круто, правда? Так, 3800. Охранник, охранник, толку от тебя, блин. Может его уволить? Чтоб косарь наш не тратил лишний. На косарь на целый за сутки можно взять 5 баллончиков краски на разметку. Хотя даже если бомж один раз будет в день что-то воровать, это выходит дешевле, чем содержать охранника. Единственное, что надо, чтобы он через забор мог забежать, а не ломать его. И все. А, ну хотя одна секция забора тоже как бы соточка. Короче, нормально, можно... Реально просто охранника не нанимать и просто зарабатывать без него. Еще и в плюсе останемся без охранника, с учетом того, что будут у нас воровать. Удобно, правда? Реально так и выходит. Ну снимет колесо, там 200-300 баксов отдадим, снимет дверь, там пятихатку отдадим. Забор разобьют, там, ну сотка. Все равно это же не 900. Ну вот уборщика, да, можно нанять. У нас тут жопа просто по мусору. Так, косарик, дайте мне косарик. Хотя нужно не косарик, а 4 куска, чтобы у нас было. И все. И мы станем снова счастливыми людьми. Блин, охранник иногда пробегает, и боковым зрением смотришь, и кажется, что это какой-то из бомжей из наших бежит. Три восемьсот.
Четверка. Четыре. А, блин, какой четыре? Пять кусков надо. Там же 4,5. Я что-то 3500 подумал, да, или сколько? Косарь сверху нужен. Пятерик нам нужен. Мне нужно 5000. Никто не бежит. Никто не бежит. Но еще один едет, еще один едет. Замечательно. Давайте по сотке платите. Будет вообще круто. $4600. Слушайте, неплохо. Это по сколько? Баксов по 200 отдают, что ли? Потом можно будет еще уборщика нанять. Ох, как он тут офигеет работать. Но это же за парковку, за еще одно нужно будет еще заплатить, я так понимаю. $4600. Денег нам уже хватает, но нужно, чтобы хватало на выплату ЗП-шки. Слушайте, нормально, кстати, у нас зарабатывают, да? Смотрите, вот этот кассир, или как его назвать, то если он... А, не, ну подожди, ладно. Хотя тоже неплохо. Типа он работает, три кассира у нас работает, по 200 баксов за смену. Как бы, да? Это 10 дней, 30 дней, если каждый день работать в одно и то же время. Это 6 кусков баксов. У охранника еще больше, 9 выходит. Мы тут нифига себе сколько тратим на них. В месяц. Кстати, реально в месяц нормально бабок выходит. Так, кто там идет? Это бомж, что ли? А, не. Идет как на разборку. Ну вот. Я тут сам могу стоять и выглядывать этих бомжей. И все. Охранник, где вот охранник в данный момент? Вон он бежит, фиг знает где, на горизонте просто. А мы тут только что прогнали преступника. О, 5100, замечательно. Идем улучшать. Идем улучшать. Не может быть. Так, 4500. Итого, хай-тек зона. Хай-тек зона. Окей. Трешка стоит хай-тек зона. Мы бабла подняли. Итого, трешку зарабатываем и можем открывать новую парковку. Какую-то хай-тек. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.